Да. Вова, блядь. Зацени мой скин, Вова. Смотри мой скин. Ну давайте, смотри, встаньте, ребят. Уйдите, пожалуйста, вот с этой площадки. С цветной съебали, площадки, да. Идите. Съебал, три скин, нахуй. Ти 140. Ой, блядь. Так, лично мне понравилось в толпе, смотрите, нахуй. Отойдите все. Ну, давайте вставайте друг напротив друга и начинаем. Мы хайтим, если что. Да. Так, давайте по итогам жеребьевки начинает МС слева, то есть Ники Сваровский. Нихуя себе, дайте ковыду, блядь. Ребята, я буду читать, нахуй, на самом деле, потому что я, блядь, выпивал, нахуй, я нихуя текст свой не знаю, я написал его за сегодня. Короче, он когда будет читать, он как будет выходить. Ну, блядь, сразу можно дизлайк ставить. Да, ребят. Короче, я буду троить охуенно, но мне похуй, на самом деле, ребятулечки мои дорогие. Так, чё, погнали, нахуй, ребяточки мои? Да, давай, погнали, пошумим, блядь. Всё, подрочим, блядь. Вот и шутер, принял батл, я Хованский, ты, бля, Ларин, этот раунд, этот батл, ты сын шлюхи, это факт, блядь. Вот и шутер, тащит раунд, тащит теру, тащит скрайм, хочет лиду, много хайп, ты топ-слайдер, это факт, бля. Но забанен в Б2К, сука, как так, Вова, блядь, это ты просто, ты мудак. Тот чувак, что идет на успех, коллега, я беру пару хуей, на какие он мать посадил, Вова и шутер, как любящий сын. Среди нахуй пиздобол и мудил, его мир так же мал, как и мой хуй. И он также упал, и Вова тоже упал на колени перед своим парнем геем. Нихуёво, друзья. МС справа. Начинаем. Ники чушка ебаная, сразу скажу. Я буду флипать, если чё. Да ладно, похуй нам. Ники, ты думал, настанет тут следующий день? Смотри, ты не в бедности, но в нищете. На Крайме всех кормят дерьмом много лет, но ты решил разнообразить памфлет. А йоу, Крайм, вы готовы к настоящему гетовскому флоу на сервере? Сука, блядь! Чё, ну давайте. Ники, я влетаю в твой дом с катаной в руках. Сига парламента будет в зубах. Кровь твоей матери на сапогах. Слушай сюда, ебаный казах. Твой диск на меня пиздец хуета. Мне стыдно с тобой просто рядом стоять. Не знаю, как быть, можно просто ливать. Ты слабый соперник и не отрицай. За мною толпа, позади тебя мрак, наивный дурак, решил рифмы сыграть. Стою я в толпе, смотрю на тебя, развлекаешь людей, балагуришь ты зля. Ловишь ты кайф по телу и ток, спрайта глоток, выстрел в висок. Ники, ты труп, я винер, я рок, сука! Бля, Вова, нахуй, блядь, у тебя сердце становится, родной, нахуй. Давайте, ребят, максимум шума. Максимум шума. Тут даже, по-моему, максимум дрочи, блядь. А почему я казах, Вова? Ну мне так захотелось. Ладно, все вопросы после батла. Второй раунд, МС слева, начинаем. Подождите, блядь, начинаем нахуй. Так, все, ебать, давай нахуй, Никиточка, блядь. Главное, не сбейся. Погнали, ебать. В тебе фарта нет, бро, ты подарил со своей трибуны, ты в очко залезь. Ты писал программу, твой хуй я влез, твой отец залез на мой верес со своими слайдами, иди в пизду, лучше поднять хуй козу. Так бы я выебал Джона, но придется ебать Вовку. Факт защит, Вова меня скитит, обвинил меня, что не попал я в бит, прогорел по 7 минут, блядь, сука, нахуй я сбился, блядь! Факт защит, Вова меня скитит, обвинил меня, что не попал я в бит, прогорел по 7 минут, хотя сам троит, Вовники не пиздиники, самый гнойный тип, раунд. А вот хуй вам, я иду на таран, хотя, впрочем, я не готов, ведь бухаю всю ночь, я не смог помочь написать охуенный текст. Ну и пару слов мне тут хватит, Вов, чтоб тебя раздевать, дурака, все пиздели, что Вова победит, нихуя! Вова, ты ебаный жирный кит, да и в придачу очко горит. Но тебя не спасти, льется кровь из пизды, пробудились, блядь, в твоем очке дрозды, нахуй. Закопаем тебя на могилу, на сына над гробе напишем. Здесь покоится ебаный шлюхи сын. Раунд! Так, МС справа, начинаем, второй раунд. Панчи про Б2-ники больше не читаю. Я знаю, что эту шутку придумал, блядь, Мишаня. Ники Сваровский, твой флоу хуйня. Зарядил ствол и направил на тебя один выстрел. Ты труп, наряжайся в хомут. Шел нахуй с глаз, акстись, пидорас, себя убивает. Твой собственный выбор решил победить. Не тут там мразь было. Задайся вопросом, где я, где ты. Ты в батле никто, на могиле цветы. Ты медленно дохнешь, я в батле цвету. Я сделал кайфово, а ты хуету. Вокруг меня деньги, ты нищий пиздец. С тобой Ники жил вечно пьяный отец. Ты хотел наебать, но карьере конец. Убирайся со сцены, я здесь твой жнец. Спроси у толпы, тупой пидорас. Зачем ты меня здесь позвал раз на раз? Не можешь осилить здесь смысл всех злов. Так зачем же ты вылез сюда, хуесос? Ники, весь этот хайп со временем пройдет. Все о тебе забудут, поверь. Обо мне же замолвят слово, ведь я не такой ебаный нонейм. Кто Лиду ЛКН просил. Но кого-то послали нахуй, каждый может доболтать. Но не такой долбеб зашкварный. Ты меня вызвал на бэтл с надеждой, что не проебешь. Те, кто ставили на тебя смело, мог это дать мне свой кошелек. Что вообще за хуйню ты придумал? Ники, не поверь, что ты крайний.
А про твой вызов на меня на батл со своим ужасным диссом ранее решил хайпануть на этом батле. Да, возможно, у тебя получилось, но это твой последний хайп. Я дану ствол и произведу выстрел, сука! Отлично. Ребят, отлично, ребята. Создана тема на форуме. Голосование тоже будет, там решили так. Тебя алкоголика заебал нахуй, я просто ебаный алкаш, я тебя разъебал. И Бурбот, съебись нахуй с моей сцены, шлюха ебаная, твоя мать потаскуха. Так, это, Ники, подожди, помолчи, я сейчас тебя отключу. Ребят, это был Versus Battle на Crime RPG. Голосование будет создано на форуме, там вы сможете проголосовать за лучшего из МС. Сейчас будет отдельное интервью с каждым из МС. Хуючу, ну, сука, Вова, вы лучший, да? Интервью будет или нет?